вместе с заслуженным тренером Суреном Петровичем Багдасаровым составлялся план занятий. Юрий отрабатывал технику жима, рывка и толчка. Постигал спортивные искусства, умение мгновенно расслаблять одни группы мышц и напрягать другие. И так днями, неделями, месяцами Юрий тренировался, тренировался, тренировался. Он подобрал себе по совету тренеров вспомогательные упражнения, которые, как выражаются штангисты, раскачивают силу. Жим лежа. 180 килограммов с трудом подают два человека. А Власов будто и не чувствует тяжести. Снаряд перегружен дисками. Кажется, не оторвешь 250 килограммов от пола. Руки привязываются к грифу. Это упражнение называется тягой. Оно развивает рывковую силу, из которой немыслимы высокие результаты в рывке и толчке. Тяжелоатлетический зал – настоящая кузница силы. Знатоки в один голос утверждают, что главное оружие Власова – его ноги. И, как видите, они не ошибаются. Стальной гриф гнется под тяжестью веса. Впервые взявшись за штангу, Власов мог поднять только 70 килограммов. А сейчас на штанге 270. За одну тренировку 25-летний чемпион поднимает в общей сложности 20 тонн металла.